Фотография, ну, это где, например, замер человек, и там что-нибудь показано. Еще надо подобрать фон хороший, надо подобрать цвет, ракурс, линзу. Мама направляет на меня, говорит, сделай какую-нибудь позу, возьми там одуванчик. У меня мама лучше всех фотографирует. Фотографировать нужно, чтобы свет лишний не падал. А то если ты фотографируешь человека, а на тебя свет падает, то просто будет один как бы белый лист, но это свет будет. А человека просто не будет видно. Ну, у меня было прикольное фото. Это где с папой такая... Папа стоит на улице, а камертон качается, а я такая крусит. Папа такой открывает рот, и я такая бамс, и его сфоткала. Можно вот так вот, чтобы вот так было прикольно. Можно вот так сделать или вот так? Нет, я так делаю. Ну, я вот так могу делать. Только мы с мамой также фотографировались. Селфи – это когда ты берешь в руку телефон, поднимаешь его, и потом себя же от своей руки фотографируешь. Ну, чтобы всем разослать, и было всем, ну, прикольно, что это они были. Просто, чтобы выложить, ну, например, в YouTube. Чтобы потом выкладывать в сети, в интернеты. Мы отсылаем куда-то, чтобы посмотреть, как мы выглядим. Чтобы память была. Можно в Одноклассники. Ну, ты заходишь, например, на интернет, отсылаешь это, чтобы посмотреть, как на выходные когда-то был, ты на родине там. Например, я около Эйфелевой башни. Они смотрят и тоже хотят. Ну, за твое фото голосуют лайками. А это собаки такие лайки? Нет. А кто? Это лайки, это палец вверх. Лайки? Это одобрение такие. Классно, мне понравилось. Это оценить творчество другого. Лайки? Это нажимают сердечки, и кому нравится фото, и ставят лайки. Лайки – это вот такие лайки. Если тебе попался такой, это значит не смешно. А если такой – немножко. А если вот такой – супер смешно. У кого больше лайков, тот и выиграл.